кажется, вот эта вот будочка с надписью «Касса» через эту переправу, наверное, она Яндексу и принадлежит. Иначе нахрен он прокладывает по себе такую дорогу. Шлагбаум открылся. 650 рублей, ребзики. Я хотел драгоценности отдать. Вот как вам такая история? Мост валяется. А вот мы, наверное, через него раньше и проезжали. Было дело. Года 3, наверное, назад. 4. Ладно, что, поплыли. Ну, кстати, он стал мощнее. Животного страха. Да нету никакого страха. Не, здесь смотри, даже видишь уже. Ну вот, это вот одна часть была. Вот этот разрыв, это уже другая часть. То есть вот это берет, отцепляется и плывет, если тебе надо. Река Вятка. Сегодня первый раз украли топливо с АЗС «Лукойл». Участковый позвонил в течение часа, сказал: заводим уголовное дело, или вы оплачиваете. Мы поехали дальше. В общем, вышли на АЗС, нам скинули чек, сказали на следующий АЗС «Лукойл» оплатите и все. Так что, если что, имейте в виду, можно так. Но нашли быстро. Здравствуй, Пермь. Кама. 200 до дома. Остановились перекусить, а здесь белки дикие. Через решетку засовываю, увидишь. Через решетку. О, кролик пошел тусить. Так. На камеру работают. Это мы после, блядь. Трех коробок энергетики от это в Макдональдсе сотрудники. Здравствуй, КП. Дома, наконец. Цивилизация. В общем, вы не поверите, только мы разгрузили тачку, поехали отвозить Lexus на прицеп, точнее, прицеп с Lexus. Как у нас загорелась зарядка, в общем, нас спасло, что мы вовремя приехали, порвался ремень навесного, в общем, все сложилось как надо. Поэтому тачку скинули вместе с прицепом в серваке, малых отзабрала, все, едем домой. Все сложилось как надо. Ha ha ha.